Всем привет, и слава Украине. Новости с Кавказа продолжают свою работу. С вами я, Гела Васадзе, и сегодня у нас традиционный звездец Мангуст с хорошо знакомым и любимым нами Мишей Томусем. Приветствую, Миш, очень рад тебя видеть. Привет, Гела, привет всем. Слава Украине. Работаем. Работаем. Миш, ты знаешь, что мы пишемся с тобой 24 февраля вечером. Нас посмотрят днем завтра. 2 года, но, честно говоря, вот если первый год для меня был, вот лично в моем восприятии был событием каким-то, вот какой-то датой и так далее, то вот 2 года, честно говоря, даже не хочется как-то как отмечать. Эту дату будем отмечать. Будем отмечать как день памяти всех тех, которые стали жертвами этой войны, которые отдали свои жизни. Но это будет потом. А пока что называется... Работаем, каждый воюет как может на своем месте. Хотя, конечно же, главное – это линия фронта. У нас перед этим вышел, выпуск с подробным разбором ситуации на линии фронта, поэтому я думаю, что там никаких особых изменений не произошло. Тем не менее, смотри, я чего тебя хочу спросить. В общем и в целом, те настроения, которые есть, вот... Есть 2 точки зрения, и вот эти 2 точки зрения я хотел бы, чтобы ты просто прокомментировал. Как заявил, оба гражданские лица высказывали. Министр иностранных дел Кулеба заявил о том, что если бы не нехватка боеприпасов, Авдеевку могли бы не сдавать. Могли бы отстоять. И Марьяна Безуглая, если я не ошибаюсь, так имя этой депутат, это вам, значит, она заявила о том, что, мол, в Авдеевке не было укреплений, поэтому Авдеевка. Что-то в этом роде сказала. Я попросил бы тебя прокомментировать, потому что, очень много кривотолков, очень много разговоров было. Ну, я скажу так, что на самом деле, действительно, когда у тебя нет боеприпасов, проводить конботрейную борьбу или... осуществлять огневое воздействие на наступающего противника ты не можешь эффективно, тогда, конечно же, оборону организовывать тяжело. И Марьяна Безуглая, опять же, это народный депутат, поэтому у каждого свое мнение, у нее может быть свое мнение, у Кулебы свое. Я скажу так, мы, по-моему, обговаривали, что вот роль авиации, российской авиации в взятии Авдеевки, по-моему, еще не обсуждали. Мне кажется, что это было неделю назад. А вот весь основной анализ проходил как раз на этой неделе. Причины, перспективы и так далее. То есть, если мы посмотрим основные инструменты, которыми Россия уничтожила Авдеевку, то есть можете... Кстати, я могу найти... Легко видео современное, вот сейчас, что происходит в Авдеевке, в каком она состоянии. Это реально Сталинград опять. То есть вот просто вот многоэтажки, которые уничтожены напрочь. Чем они уничтожены? Они не уничтожены даже артиллерией. Они уничтожены авиационными бомбами, КАБами, которые запускались с дальности 50-40 километров. И из-за этого, кстати, был самолетопад, который за последнюю неделю, я хочу напомнить, 8 самолетов. Сбито. 8. Это каждый из этих самолетов, это для России страшная потеря, потому что, напомню, опять же, Россия очень тяжело производит новые самолеты. Кто-то может сказать, да нет, все нормально, Россия сейчас на выпускает самолеты. Посмотрим, как они без западных компонентов или с западными компонентами, которые в юбках там где-то провозят в разных местах эти компоненты, посмотрим, как они справятся с этим. Но я скажу, что А-50, который вчера сбил, не восстановят они его. И на самом деле там осталось самолетов. Я думаю, что в боевом состоянии на пальцах одной руки можно пересчитать. Это огромная потеря. Я думаю, очень сильно сейчас радостно потирают руки китайцы. Потому что, объясню, зачем нужен А-50. Любая операция с использованием тактической авиации, и не только, стратегическая бомбардировочная авиация, если у тебя слабая спутниковая группировка, тоже целеуказание получает от этих самолетов. Это самолеты, которые управляют воздушным пространством при применении тактической или стратегической авиации. Неважно, они видят все цели, они выдают целеуказание, управляют
боем и управляет вообще развитием ситуации. Этих самолетов критически мало осталось после вчерашнего сбития. Русские до сих пор спорят и доказывают, что, ну, естественно, украинцы не могли. Опять сбить. Дружественный огонь, да, был? Ну и ладно. В принципе, какая разница? Не, мы вообще за то, чтобы все их самолеты были сбиты дружественным огнем. Мне просто, насколько надо себя не уважать, чтобы ради того, чтобы не признать, что украинцы могут сбивать их самолеты, говорить, что они идиоты полные. То есть они говорят, что самолет, который не то, что он управляет, то есть это получается летающий командный пункт, его сбивают свои же. Ну, дело, ты ПВОшник, поэтому можешь себе представить, как это все происходит и как на мониторе, с какого нужно бадуна или, не знаю, или постоянно под наркотическим воздействием. Нет, ну, во-первых, начнем с того, что там должна была быть снята система предупреждения свойств чужой. Но русские говорят, что у них как раз с этим проблемы. И то, что Путин несет бред, что кнопка не нажимается, это бред. На самом деле у них большие проблемы свой-чужой. Ну ладно, хорошо, свой-чужой у них проблемный. То есть иногда он просто выдает... Проблемы свой-чужой, то есть свой, ну, не отвечает, что он свой? Они говорят, что какие-то... То есть если ты видел, ну знаешь, такого файт-бомбер, такой известный персонаж, это как бы... Ну у нас он популярен почему? Это русский... типа бывший летчик, который постоянно публикует вот эти вещи, и он все время говорит, что украинцы врут, что сбиваются самолеты. Потом он иногда признает, там один сбили вместо пяти, ну, неважно. И вот он выдал несколько, когда он написал, да, потеря на 50-й, потому что есть очень много видео, когда русские снимают, причем русские, которые почему-то по-украински разговаривают, это просто Кубань. Ну, опять же, подтверждение о том, что на самом деле русская империя не дорабатывает, скажем так, в зачистке. Ленин хоть и создал Украину, но, опять же, Сталин не доработал, не зачистил. За границами созданной Лениным Украины не зачистил украинцев. Ну, вот есть там комментарии очень много, и там вот, куски упали, и там упали. Но смысл в том, что на самом деле этот файбомбер написал, что вот украинцы запускают любые ракеты куда-то туда, вот максимально, в расчете на авось, когда эти ракеты начинают создавать сложную воздушную обстановку, включается российское ПВО, не разбираясь, начинают бить всех. И вот попадают по русским самолетам. Это пишет считающийся в России одним из лучших там авиационных экспертов, не знаю. Но это звучит... Как ты думаешь, он придуривается или это он серьезно мог написать? Он делает вид, что это серьезно, но я думаю, что он придуривается. Потому что он должен... Он выступает охранителем вот этой русского идиотизма. То есть, если вы, ребята, не умеете воевать, какого хрена вы полезли воевать? Вот у меня вопрос. Если вы не можете увидеть А-50, то сидите дома и не говорите, что вы империя. Да, Бог вам дал нефть и газ, но извините, ну так стройте дороги, я не знаю, там еще чем-то занимайтесь. Но они же, правда, этим не могут делать. Ну то есть, если вы уже не можете А-50 отличить от ракеты Патриот или от украинского самолета, я не знаю, в чем они там запутались, потому что, ну, мне кажется, после полугода службы уже солдат может на мониторе все-таки отличать немножко цели. А тут как бы должны же... Дело в том, что это же направление фронтовое, это же не просто там где-то сидят люди непонятно где, в расслабоне, я не знаю, там, в Центральной России, и у них дежурство состоит в том, что они кофеек попивают. У них это каждодневная деятельность, эти А-50-е каждый день вылетают и координируют деятельность тактической авиации, которая вот эти КАБы, про которые я сейчас рассказываю, наводит на ту же Авдеевку. Так вот, Авдеевку уничтожили КАБами, и, ну, опять же, чисто... физическое и с точки зрения физики предположение. Россия использовала на Авдеевку каждый день 150 кабов. Кабы весом 500, 1000, 1500 килограмм. Мне кажется, что там даже если бы все было залито бетоном, полностью залит город бетоном, все в 3 этажа или в 5 этажей оборонительное сооружение, все равно это можно было бы пробить. Почему Украина не может останавливать эти кабы? Кабы очень сложно джемить РЭБом. И на самом деле, ну мы уже 100 раз об этом говорили, 1000, о том, что у нас нет самолетов с радарами необходимой дальности, которые бы могли
противодействовать той же самой российской тактической авиации. То есть Су-34, которые наносят удары, мы не можем их достать. Вот 50 километров мы не можем поставить Патриот, потому что Патриот тогда находится в опасной близости к линии фронта, а там есть ланцеты, там есть русские FPV-дроны и другие угрозы. Поэтому мы не можем Патриоты ставить. Или можем, но иногда, создавая засады, так называемые засады ПВО по самолетам. Вот, в последнее время это получилось хорошо, потому что 8 самолетов, в том числе там Су-34, Су-35 и вот А-50, это как раз в результате таких вот, скажем так, очень умелых профессиональных действий и планирования операции. То есть это отдельная операция, создать вот условия для того, чтобы сбить этот самолет. Потому что у нас F-16 нет. F-16 уже есть видео красивое, как наши летчики летают. Наши летчики учатся и уже фактически готовы к боевым операциям. Но идет процесс. Идет процесс еще подготовки инфраструктуры. Украинских аэродромов это не так просто. Там сейчас работают западные инструкторы. И вот дело в том, что выпали США. США все-таки являются как бы, ну, основными операторами F-16, и их бы сейчас помощь очень была бы в тему. Но, к сожалению, они сейчас не могут ничем заниматься, потому что правительство прекратило финансирование всех миссий американских. Поэтому нам помогают датчане, Нидерланды, Бельгия, румыны и так далее. То есть все, кто... Извините, что перебиваю. Вот что значит выпали США? Разведданными? Я потому что слышал, что и разведданными они не совсем делятся. Или делятся все-таки? Не, я думаю, что все, что требует денег, оно, к сожалению, выпало, потому что, ну, у них же... А это тоже требует денег? Не, вот к чему я веду, что обмен данными, я думаю, что идет, потому что, ну, во всяком случае, опять же, во всяком случае, наше ПВО продолжает работать эффективно, а для того, чтобы полностью владеть ситуацией, ну, например, мы знаем, когда взлетает за 1000 километров там Ту-160 или Ту-22М3 где-то поднялся, мы знаем уже, в Украине уже воздушная тревога. То есть обмен информацией идет, аваксы работают и помогают, я уверен, в том числе и вот в таких операциях, как А-50. Ну, во всяком случае, это мое предположение, но я думаю, что все же целеуказания нам помогают осуществлять. То есть это, возможно, это даже делается за финансы других стран. Я не исключаю, что этот обмен может быть в рамках НАТО, Рамштайна. И так... Дело в том, что формат Рамштайн, он продолжает работать, даже если США выпали немножко, скажем так, или множко, то в рамках формата Рамштайн можно перераспределить какие-то деньги в других стран именно на выполнение каких-то функций. То есть в этом проблемы пока нет. Пока. Но вот в ближайшее время, кстати, должны же голосовать наконец-то уже. Джонсон там мнется Палате представителей. Ну, посмотрим, как это все будет происходить. Уже там, не знаю, понятно, открыто они говорят, что вот, да, в связи с тем, что мы не будем голосовать за пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню, потому что это держит, скажем так, Трампа в более позитивной обстановке на дебатах, на всех этих мероприятиях и так далее, предвыборных. Поэтому по поводу Авдеевки. Авдеевку практически уничтожили, то есть это мертвое выжженное поле кабами, даже не артиллерией. И украинским войскам в этом месте, в этой выпаленной площади, под этими кабами умирать, я считаю, что не нужно было. И абсолютно верное решение оттуда выйти, потому что если мы не можем, оно же еще получалось как бы углубление, да, в линию фронта, и это получается, что наше ПВО вообще не могло ближе подходить, потому что по флангах, получается, если бы мы включали радары наши, начали бы фонить. Мы можем посмотреть сейчас это. Ты да, говори, есть, я сейчас выведу. Да, там на Deep State можно, на в карте можно посмотреть даже изменения фронта, какие произошли вот за неделю. Когда Авдеевка была оставлена, там проводились операции по выводу. Это очень легко сделать, потому что сейчас я просто немного... Там по датам можно двигать. Да. Это все можно посмотреть. Авдеевке подведу. Да. Вот у нас Авдеевка. Да. Так, вот у нас даты. И мы берем неделю назад, да? 17 число. 16, наверное, берем скорее. 16 число. Вот так вот. Вот. Да.
И можно посмотреть, в какой обстановке находились украинские войска. То есть, в принципе, вот этот вот было такой удар по флангу, который явно был рассчитан на то, чтобы закрыть. Ну, да, вот мы видим. Да, закрыть украинские войска, которые держались в восточных окраинах Авдеевки и восточно и юго-восточных. Там вот была проблемная позиция «Зенит». Это вот такая выпуклость, там вот, самая дальняя. Вот здесь, да? Не-не, еще вот видишь, тут выпуклость. Если идти на восток, да, вот на восток. Угу. Не-не, на восток, не на запад, а на восток. На восток, да. Да, вот, и вот эта вот выпуклость, видишь? Вот, вот это, да? Да-да-да. Это позиция «Зенит», которая, с которой были как раз проблемы. Подожди, или вот эта позиция? Вот это она, да, да, пардон, вот это. Вот эта позиция «Зенит», да, которая была фактически в окружении, и там были взяты украинские солдаты в плен, и их расстреляли. Это известная история, когда не успели, они были ранены и не успели провести эвакуацию. Это обсуждалось очень бурно у нас в информационном поле, почему такое было допущено, но это уже другой вопрос. А в результате русские расстреляли просто демонстративно, то есть в нарушение всех конвенций. И, конечно же, это будет добавлено к делам о военных преступлениях в Гааге, которые будут, я уверен, просто рассматриваться по поводу действий российских войск на территории Украины. Поэтому, что касается Авдеевки, тут не только с артиллерией проблемы, а проблемы как раз в том, что нам до сих пор не передали F-16. Опять мы возвращаемся к этим F-16. Кто-то говорит, ничего не поменяется. Поменяется, потому что русские просто не смогут применять КАБы. Вот если бы они не применяли КАБы, я уверен, что можно было бы еще, даже при дефиците артиллерии, украинским войскам удавалось FPV-дронами замещать артиллерию и минометы, и, в принципе, останавливать эти штурмы. Но когда на тебя летит в день 150 КАБов, это вообще трудно представить, что происходит, когда фактически авиационными бомбами закидают такую небольшую площадку. И поэтому я считаю абсолютно верное решение выйти из Авдеевки и дальше встать на новые рубежи. Сейчас фронт еще движется, он движется на запад, как раз в этом районе. И да, то есть, если мы сейчас, секунду, я туда. Да, это Работина. Да, это Работина. Я сейчас перейду, я просто к Работина почему ушел. Так, вот сейчас это вот, ну вот фактически вот. Здесь да, вот и сейчас уже есть информация, что вот там есть Ласточкино, да, вот. Да. Ласточкино уже занято. Это последняя информация. И очевидно, что русские войска будут идти на те рубежи, которые, где их украинцы остановят. А украинцы их остановят на тех рубежах, которые подготовлены, о которых говорит вот Безуглая, что их нет. Но они есть, и мы увидим, где фронт будет, где фронт будет выровнен. Ну, мы не знаем, но вот логично там, где вот эти холмы буквально видны, да, вот это. Ну, я думаю, конечно, они не пойдут аж вглубь, а где-то, то есть они есть как раз для того, чтобы выровнять фронт вот примерно, да, по вот этой линии. Вот эта линия. Да, то есть вот здесь по Орловке там, да, и вот именно вот эта линия, которая, в принципе, даст возможность стабилизировать фронт. Да где? Ты понимаешь, в чем дело? Здесь можно создать линию обороны, а отсюда уже, отсюда, значит, ну, опять-таки, снарядный голод, все, но все-таки же есть артиллерия, отсюда, значит, соответственно, обстреливать и накрывать их. Да, то есть занимаются более выгодные, ну, это как, ну, понятно, что занимаются более выгодные позиции и пытаются стабилизировать фронт, он будет стабилизирован, я думаю, по той линии, которая сейчас украинское командование формирует. То же самое сейчас происходит в Работино. Русские пытаются максимально активно давить с флангов. Здесь тоже получилась выпуклость из-за того, что украинские войска наступали во время контрнаступления в 23-м году, и получилось вот такой выступ. И сейчас разная информация идет, и как раз на флангах русские давят, пытаются продавить украинские войска, создать, в принципе, ту же ситуацию, что и в Авдеевке, то есть для того, чтобы украинцы вышли и заняли, опять же, оборонительные рубежи
севернее, и фронт точно так же выровнялся. Посмотрим, вот фактически, как... смотри, с флангов у них сплошные десантники. Да. Здесь боль, да, здесь десантники, очень активный фронт сейчас, очень большая динамика. Десантники. Вот сегодня ночью было несколько штурмов, но удалось поуничтожать. Там несколько БМП было уничтожено, танков и личного состава. То есть, в принципе, продолжается. Очень интересный вопрос. Ну, я думаю, все видели, как Шойгу докладывает по рынкам Путину. Путин спрашивает, как там дела? Вот несколько раз говорили по рынкам. Мне Теплинский доложил, командующий группировки Днепр, что все уже зачистили, но Шойгу сказал, да, конечно, зачистили. В результате можно посмотреть, что все там как было, так и есть. То есть украинские морпехи в сложнейших условиях, конечно же, это сложнейшие условия, когда... Вот я просто показываю то, что линия фактически не меняется, это уже сколько времени? Нет, она не меняется физически, потому что на самом деле она, конечно же, ну, то есть здесь Deep State Map, они не показывают реальную обстановку, они так вот аккуратно все это, для того, чтобы, понятно, это очень-очень небольшие участки местности, ну, и представь, если показывать, где находятся украинские войска, тогда зачем российской разведке вообще работать? Но смысл в том, что, понятно, все там давно изучено, переизучено и русскими, и нашими, и поэтому тут... Конечно. Обстановка очень динамичная, но слушай, факт тот, что... Я да, такой вопрос задам тебе. А есть смысл вот здесь держать, ребята, держать этот левый берег? Ну вот смотри, я общего замысла, конечно же, не знаю, какой там нарисован генштабе на карте. И слава богу, да, а то пришлось бы меня убить. Но смысл в том, что любая тактическая операция, она должна быть включена в большой план операций, которые имеют свои задачи, свой замысел и какой-то график, алгоритм и так далее. То есть, если мы видим вот такие вот попытки или такие действия, очевидно, что существует большая операция. Опять же, я вернусь к своей гипотезе. Опять же, она основывается на моем анализе, что центр тяжения этой войны – это Крым. И если мы хотим переломить ситуацию в этой войне в 24-м году, а 25-й год может быть очень плохим, таким дерьмовым, да, вот с точки зрения там развития ситуации в Соединенных Штатах и не только, и может так получиться, что нас реально будут капитуляции усаживать. Вот просто, вот, Гела, вот сейчас классно ты сделал, вот покажи просто, какие фортификационные есть линии обороны в Запорожской области. Вот ты отдалил, да, вот там вот Запорожская область, да, вот Запорожская область, это там, где было контрнаступление. А теперь, то есть мы видим три линии обороны, где две, где три, но мощнейшие, просто это опять же. Почему-то вот здесь еще такая линия обороны, но это, видимо, прикрывает, если бы прорыв был в Токмаку, прикрывает. Да, это уже, да, перекрывает именно коммуникации, видишь, там основные коммуникации, которые перекрывают, да, для того, чтобы не было потом проблем и тушения пожаров. А теперь покажи Херсонскую область, левобережье Херсонской области. То есть очевидно, что мы имеем здесь абсолютно другую ситуацию, которая позволяет предположить, что если мы хотим чем-то удивить, приятно удивить русских, то очевидно, что операцию нужно проводить здесь. Понятно, что это видят русские, они это знают, но они рассчитывают, видимо, на Днепр. А если Путину докладывают, что там уже в рынках никого нет, то они рассчитывают, что украинцы просто не решатся на такую рисковую операцию. Операция очень рисковая. Сразу же скажу, что, по моему мнению, без хотя бы, скажем так, воздушного, то есть господства в воздухе на отдельных направлениях, вообще очень опасная операция. Это мы увидели на примере 23-го года, когда мы пытались в работе на Токмакском направлении пробиваться, и что было, когда нас забрасывали кабами. То есть, если мы сможем создать условия, когда русские не смогут применять кабы, а это возможно только в одном случае, когда у нас будет F-16. Хотя бы одна эскадрилья, две эскадрильи еще лучше. Это позволит отодвинуть русскую авиацию. Эскадрилья – это сколько самолетов? Извини. 12. Эскадрилья. А? Да, 12. 12? 12. 1-2. Да, то есть...
Если у нас будет, ну, нам сейчас говорят, что у нас будет где-то 24-28 самолетов, ну, из них какая-то часть, конечно же, тренировочная для обучения личного состава, постоянно какие-то самолеты будут обслуживаться. То есть это будет позволять на отдельных участках обеспечивать доминирование или хотя бы не допускать доминирования русских. Это уже будет великое достижение для Украины. И таким образом мы будем хотя бы без кабов участвовать. Вот когда мы говорим о Херсонской области, очевидно, это будет сложнейшая десантная операция морской пехоты, сил специальных операций, для того, чтобы создать там плацдарм, достаточный для уже выдвижения дальше сухопутных войск, основных сил для осуществления движения прорыва к Крыму. То есть задача прорыва к Крыму, она является, по моему мнению, центральной на 2024 год. Хотя многие говорят, даже нечего планировать, надо садиться в стратегическую оборону, максимально сосредоточиваться на Донбассе и не пытаться вообще ничего делать в расчете на то, что в 2025 году у нас будет достаточное количество самолетов, снарядов, вообще нас забросают атакамсами и так далее. Я, например, в этом сомневаюсь. То есть если рассчитывать на то, что у нас будет... Нет, 25-м... дай Бог, ты понимаешь, извини, конечно, дай Бог, я вообще, я говорил часто, что я являюсь поклонником Насима Талиба. А это означает, что черный лебедь, это, мы как-то привыкли к тому, что черный лебедь – это хорошее событие, неожиданное. Черный лебедь чаще всего плохое событие, неожиданное. Да, и нужно рассчитывать крайние события. И правильно пишет этот, Талиб правильно пишет, что в мире не бывает среднего. Это только теоретически средний стадий мы живем. В мире бывают всегда крайние события. Или что-то очень хорошо, или что-то очень плохо. Ну, вот дело, это... есть еще такое понятие, как компромисс, да? Но компромисс, ты знаешь, в логике это ошибка. То есть компромисс сам по себе в логике, в науке, это ошибка. То есть, потому что, как правило, в компромиссах, компромисс достигается через ряд нелогичных действий, которые в результате формируют еще большее напряжение. Это мы можем смотреть на различных примерах, начиная там из Боснии и Герцеговины, Молдовы, Грузии и так далее. Ведь эти все компромиссы, как бы, да, они же нас... Или Минский договор. Но Минские соглашения – это же ярчайший пример вот этого компромисса, который на самом деле только вел к большему напряжению. И поэтому, когда Трамп говорит, что я решу вопрос за 24 часа, ну, видно, что как бы все хорошо, но надо еще книжки почитать по логике, там, по всем этим вопросам. Я уже не говорю про там геополитики, но на самом деле, вот после того, как Путин как раз 2 года назад принял вот это решение, он же принял это решение как раз очень, как ты говоришь, крайнее решение. Уничтожить Украину. Все, она его задолбала, эта Украина. Он решил так, ну сколько можно уже? Я великий император, сейчас я все это расчищу, эти авгиевые конюшни, всем будет хорошо. Мы заживем прекрасно. Как говорит Медведев, для украинцев самая большая проблема – это, собственно, идея Украины. Вот когда мы Украину уничтожим, все украинцы расслабятся, станут русскими, вообще никаких проблем не будет. Поэтому, и вот поэтому и результат этой войны, он тоже будет крайним. Как бы Трампу не хотелось там сейчас рассказывать своим избирателям вот эти вот красивые сказки, не будет никакого компромисса. То есть будет или капитуляция Украины, или Россия отползет. Они могут отползти, они могут каждую минуту отползти. Вот как с этим А-50. Но если, ребята, если вы не можете воевать, отползите просто уже тогда. Не, подожди. Значит, Украина уступает России Кубань и Белгородскую область. Это компромисс? Конечно. Конечно, компромисс. Но Ленин создал Украину и почему-то не включил туда Кубань и Курскую, Белгородскую, Орловскую область. Хотя, если посмотреть на карту УНР, которую, кстати, советское правительство признало. Они об этом, вот Путин же пропускает этот аспект, да? Когда советская Россия признала УНР, все, подписали мирный договор. И в этой карте... УНР, там как раз Кубань присутствует, и Белгород, и Курск, и Орел, и так далее.
Поэтому, но потом, когда уже Щерс и все остальные поработали, тут как бы карта была другая. Но карты меняются. Нам Белгород на самом деле и даром не нужен. Не нужен. И Кубань тоже. Чужая да, вода. Не надо нам ничего, у нас страна большая, ее бы устроить, как вот комфортно жить, развиваться, чтобы нашим детям, внукам было здесь хорошо жить, достаточно. Это у Путина куда-то все к Мадриду руки лезут или к Парижу, зачем он там нужен, непонятно, но такой подход. Но с точки зрения фронта, если мы опять же возвращаемся к тому, что... нам нужно, и вот F-16, это действительно, как по мне, один из возможных сценариев развития, когда ты спросил, зачем нам нужны крынки, да? Опять же, можно по-разному оценивать, это очень рисковая операция, там есть потери, там очень сложная логистика, это очень тяжелая операция. Это операция на уровне просто грани возможностей, но... я думаю, что она проводится в рамках другой операции, более широкой. И эта операция у нас станет возможность, когда у нас будет F-16, когда, естественно, у нас будет хотя бы какой-то запас артиллерии, потому что нам нужно будет давить все-таки массово при проведении десантной операции. У нас будет достаточно ПВО для того, чтобы все это, в том числе беспилотники, вопрос с беспилотниками закрыть, потому что это тоже огромная проблема сейчас. РЭБ и так далее. Все это должно быть очень комплексно продумано. Когда будет выбран момент и каким образом, какими силами будет проводиться, посмотрим. То есть если сейчас, например, новый главнокомандующий Сырский, он может принять решение на самом деле и уйти из рынок. Да? То есть он скажет, так, ребята, все хорошо, но, к сожалению, на данный момент тот задум, который был, например, там замысел, полгода назад, он просто сейчас нереален. Мы думали, что американцы будут помогать, поэтому мы таблички считали вот так вот, а сейчас таблички немножко другие, они пустые просто. И у нас хватило бы снарядов просто там отбиться на Донбассе, на Купянском направлении, на работе, на как-то удержать это все, потому что русских, как бы мы ни говорили, и осинтеры, и украинский генштаб говорит об огромных потерях, и они есть, но... опять же, ситуация такая, что пока группировка больше 400 тысяч войск, пока еще, без всяких мобилизаций там и так далее у русских. 400 тысяч – это много. Это очень много. Да, с техникой хуже, но посмотрим, что будет после выборов. Какую стратегию будет Путин формировать после выборов. Потому что сейчас максимально консервируется ситуация. Негатив не докладывают, понятно. Никаких проблем там А-50 в России не существует, или там авиация падает, или так далее. Главное добиться успеха до выборов. Главное показать, что ситуация на фронте развивается позитивно. Тренды заданы. Сейчас чуть-чуть поддавить, Украина посыпется. Без американской помощи все будет хорошо. То есть идея такая. Есть еще, кстати, вот если продолжать прогнозы на этот год, есть много оценок сейчас появилось о том, что Россия попробует... сделает паузу к разлетам, это опять же совпадает с моей гипотезой, что у Украины будет окно для проведения своих операций с сюрпризами, скажем так. Но вот Россия может выбрать окно примерно сентябрь, октябрь, ноябрь, именно в аккурат перед выборами в Соединенных Штатах, когда начинается период совершенно такой разболтанности. Особенности, если побеждает не Байден, то получается, что начиная с ноября аж до конца января вообще начинается такой вакуум, когда никто никаких решений принимать не будет. Ну, понятно, что в там, Минобороне США или там, в вооруженных силах ЦРУ и так далее, Госдеп, какая-то деятельность будет на уровне исполнителей. Но вот новых стратегических решений, понятно, приниматься не будет, тем более, что начнется... массированная перетасовка кадров. Ну, представь, трамписты будут приходить, и там Такер станет, например... Такер ничем не станет, на самом деле. Вице-президентом, вице-президентом, представь, станет Карлсон. Или все-таки просто госсекретарем, да, вот просто приходит и говорит, Путин мне говорил, что в 18 веке делали вот так, и вот начинает реализовывать политику согласно новых установок Кремля. То есть это все... И вот в этот момент они могут попробовать действительно
ударить еще более мощно. Более того, некоторые говорят, они даже могут ударить где-то в страны НАТО, создать кризис в странах Балтии или еще какие-то, вот создать именно провокацию со странами НАТО, чтобы продемонстрировать, что начинается новая эра, когда Соединенные Штаты выходят из НАТО, там по факту, или там Соединенные Штаты объявляют, что они забирают назад свои обязательства по ядерному прикрытию, ядерному зонтику над странами НАТО и европейскими, и начинается хаос. И вот этот период очень сложный, действительно. Поэтому я говорю, у нас есть период, чтобы удивить приятно чем-то русских. И тут расчет только на то, чтобы украинское командование смогло найти такой ключик, как можно было бы все это сломать, вот эти все радужные планы российского руководства. Потому что у них все прекрасно, у них все развивается как бы понятно. Сейчас приходит Трамп, и Украина заваливается, сыпется и так далее. Но посмотрим, как это все будет реализовываться. Пока в Украине, на самом деле, что меня, кстати, даже немножко удивляет, вот абсолютное спокойствие по поводу отсутствия американской помощи. Вот просто какое-то... Я даже не ожидал, честно говоря. Даже в таких вот нестойких информационных группах, ну, нету такого, какой-то паники, хаоса. Да, все нормально, работаем с европейцами. Снарядов будет меньше, но как-то выдержим. И главное, например, там сейчас акцент сделать на системах ПВО, F-16, артиллерийские снаряды выпускаются, идет производство. Правда, опять же, Европа сможет нарастить только в 2025 году, но появилось чешское предложение сейчас, может, ты слышал. По стрелковому оружию? Нет, они нашли чехи. Чехи это всегда... 500 тысяч. Да, чехи, 800 тысяч снарядов они нашли. Да, ну, 500 тысяч, 155 миллиметров и 300 тысяч советского калибра, 152. И сейчас началась активная фаза поиска денег, ну, то есть нужно закупить эти снаряды, потому что это третья страна, называется Южная Корея и Южная Африка. Такие две южные страны, где теоретически, я так понимаю, чехи договорились, осталось найти деньги. То есть деньги сейчас Европа... Ну, Южная Корея могла бы кредит дать вообще-то. Я так понимаю, что когда включатся в дело немцы, французы, итальянцы, я надеюсь, и Великобритания будет разговаривать с Южной Кореей или с Южной Африкой, то там возможны разные варианты. То есть я так думаю, что договорятся. То есть когда гранды начнут говорить, а я надеюсь, что они уже начали говорить, потому что такое ощущение, что там процесс уже пошел, просто они, ну, нет в открытом пространстве информационном каких-то результатов. Но я уверен, что процессы идут. Особенно, я думаю, Южная Корея там точно, насколько я знаю, этот процесс уже давно идет. Там были просто политические причины. Южнокорейское правительство не хотело как-то в это ввязываться, именно с точки зрения военной помощи. Но сейчас, я думаю, ситуация будет меняться. Поэтому вот что удивляет, если мы говорим о второй годовщине войны, то ты знаешь, вот в Киеве, в Украине очень такая какая-то обстановка удивительная. У всех какое-то ощущение, что... Кстати, мне много людей вот просто говорят, что по ощущениям, как будто бы война должна заканчиваться уже. Я говорю, ну, объективная информация говорит о другом, но вот ощущение действительно какое-то светлое, скажем так. Это интересно. Опять же, я думаю, что это ложное ощущение. Но ты знаешь, что в принципе... Психическое состояние, оно многое определяет. То есть, если бы у нас сейчас была бы паника, хаос, депрессия, фрустрация, то есть, потеря надежды там и так далее. Многие надеются на то, что у вас будет паника, депрессия, да. Фрустрация. А вот я просто говорю, что я удивляюсь, что наоборот, какое-то вот еще больше готовности дальше воевать. Это удивительное состояние такое. Более того, спадает вот этот ажиотаж по поводу мобилизации. В принципе, все сказали, окей,
то, что мы говорили уже 100 раз, что если система справедливая, она система относится к с уважением гражданину, если гражданин понимает, что все идут воевать, и я иду воевать, то, в принципе, подавляющее большинство, понятно, что там разгоняется, вот там все собрались на границе, переплывают Тису и уматывают, массового явления такого нет. Это однозначно. Кстати, из комментариев я обещал не выносить как бы на обсуждение. Там много комментариев было от одного человека. Ну, непонятно кто, потому что из какой страны, как его зовут и так далее. Там был один комментарий, который меня задел. И там было, там могу даже... Нет, там не то, что там оскорбление и что-то. Он задел в каком плане? Концептуально. Там был такой, вот я сейчас не найду его, но смысл в чем? Что вот дело говорит, что русским платят много денег, и поэтому они идут воевать. А я говорю, что украинцам нужно больше платить. Типа, они противоречите ли вы друг другу? Я хочу сказать, что, уважаемые товарищи, не знаю просто с какой страны, если вы не понимаете разницы, не видите разницы между ублюдками, которые пришли в чужую страну убивать мирных людей, и разницу с героями, которые защищают свою страну, тогда, извините, зачем вы вообще слушаете вот этот бред, который мы с Гелой несем? То есть вам к Соловьеву. То есть если вы не видите разницы между украинцами и русскими в этой войне, я не знаю, что вам еще объяснить. И да, я уверен, что украинским героям, солдатам, которые защищают свою родину, нужно платить достойную зарплату, большую зарплату. Кстати, буквально 2 дня назад Сырский, новый главнокомандующий, предложил Зеленскому солдатам платить минимум по 200 тысяч гривен. Это примерно, сейчас скажу, делим на 4, 5 тысяч евро. Вот просто предложил. Сейчас им платят 120 тысяч, тоже неплохие деньги, но вот 200 тысяч людям, которые на передке воюют, я считаю, это правильно. И тут разница огромная между русским, который лезет зачем-то вот в Украину, убивает украинцев, и украинец, который защищает свою семью, свой город, своих детей, внуков и так далее. Вот если человек этого не понимает, ну о чем можно говорить? О каких беспилотниках? Там очень много комментариев было, почему Украина не купила беспилотники. Ребята, еще раз объясняю. То, что многие эксперты кого-то там призывали. Я могу повторить анекдот. Мы с Володей Копчуком его очень любим. О совах, о сове и сусликах. Да? Я могу этот анекдот еще раз. Когда суслики пришли к сове и говорят, змеи задолбали просто. Вот просто посоветуй, ты самый умный аналитик здесь в лесу, посоветуй, что нам сделать. Сова ушла на неделю, изучала материалы, и потом приходит и говорит, товарищи суслики, значит, слушайте выводы с нашей аналитической деятельности, станьте ежиками, и вы сможете спокойно победить змей. Слушай, ну как мы станем ежиками? Ну, это же невозможно. А сова говорит, извините, мы совы, мы аналитики. Нас не интересует, как вы встанете. Мы просто советуем, да? Так вот, подожди, это немножко не так звучит. Я, говорит, тут по стратегии, а тактические вопросы... Да. Да, я по стратегии. Тактические вопросы меня не интересуют. Да, так вот, когда действительно многие советовали нам, покупайте ударные дроны. Я еще раз просто, я не знаю, говорил это нет. Израиль отказался нам продавать дроны Камикадзе. Я знаю, что они существовали, да, есть у них. Израиль категорически отказался Украине помогать. В 2014 году и до сих пор, подчеркиваю, до сих пор нету никакой помощи со стороны Израиля. Хотя как бы там много выходцев из Украины и так далее. Но вот такая позиция Израиля. Поэтому кто считает, что Украина недостаточно просила или там недостаточно пыталась купить, мы пытались купить. Более того, я скажу, американцы нам не хотели продать ничего. Ничего нет. Ничего, никто. Но это нам хорошо знакомо. 2006 год. Единственное, у кого мы смогли купить оружие, единственное. Да? Это была Украина, и то это было советское старое оружие, но Буки продали, это было очень... Ну, передали, там продали. И танки, кстати, украинские. Буки, БМП, вторые, там еще... Да. Кстати, системы РЭП были. До этого у нас были до этого закуплены данные, это чешские. Но в 2006 году уже не продавали. Израиль нам
поставил тогда эти беспилотники, разведчики, ну тогда их было, не разведчики именно, и модернизировал, вот модернизация пошла танковой авиации. Израиль тоже это сделал. Но, естественно, у нас было, ну, ребят, не продавали. А после 2008 года ни одного патрона не продавали, вплоть до джавелинов, которые продал. Да. Я более того могу навести, то есть привожу пример. Сентябрь 2008 года я был на выставке Евроноваль, когда русские подошли к французской компании ЕСНС, говорят, ребята, мы хотим купить Мистрали. Да? Мистрали, помню. Да, Мистрали. Французы с радостью продавали. Я говорю, я подхожу к французу, говорю, вы идиот или что? Ну, только и вот еще краска на этих не просохла от в Грузии от того, что русские там творят, и кровь не просохла. На Цезаре Кунникове и на ракетном крейсере Москва, да, еще не просохла. Краска не просохла, как после они похода в Грузию. Звезды рисовали. Они говорят, Севастополь и Владивосток, да, вот два Мистраля, все в Черное море, в Севастополь. Они говорят, ну, у нас, как бы, ты понимаешь, каждый стоит 2 миллиарда евро, для нас это спасение, супер. И я тут же, вот просто вот тут же подхожу к компании MBDA, которая сейчас активно сотрудничает с Украиной, наконец-то. И говорю, ребята, вот эти вот ракеты там для украинского корвета. Они говорят, а ты откуда? Я говорю, с Украины. Нам запрещено работать с Украиной. Говорю, почему? Потому что вы поставляли оружие Грузии. Это мне говорят просто французы, которые, вот, Европейский Союз. Я говорю, в смысле, а что произошло? Говорит, негласное распоряжение в рамках Европейского Союза не поставлять Украине оружие, потому что Украина была спонсором, чуть ли не разжигателем войны. Хотите верьте, хотите нет. Это то, что было в 2008 году после нападения России на Грузию. И вы говорите, что Украина не... Почему вы не купили? Почему вы не прислушались к советам совы? Потому что мы как суслики просили это все. Дайте нам возможность стать ежиками. Нам сказали, вы разжигатели войны. А после 2014 года они сказали просто, Европейский Союз в частности, ну и американцы тоже. Ведь Обама-то нам ничего не поставил. Ни одного патрона, скажем так. Ни одного. Только Трамп начал поставлять, к слову. Так вот, а это был уже, извините, 17-18 год. Так вот, с 2014 года нам просто все ответили отказом, потому что они, оказывается, не поставляют в зону военного конфликта. Я говорю, какой это не военный конфликт, это нападение одной стороны на другую. Это империя напала на европейскую страну, а причем конфликт. Но у вас же там гражданская война, я говорю, все, идите. Они еще, да, этнический конфликт, да-да-да. Да, они же тогда еще играли дурачка и говорили, так, подождите, у вас же там гражданская война, там какие-то ополченцы, там какие-то эти Гиркины, Стрелковы, украинцы бегают, там хотят на русском разговаривать. Я говорю, да они, в принципе, и в Боснии неплохо на русском разговаривали в свое время. И в Приднестровье тоже учили русскому языку местных. Поэтому все это, как, люди думают, что мы живем в идеальном мире. Нет. Вот нам просто Байкар турецкий, да, согласился помогать. Вот они нам продали первые. Они нам первые продали вообще беспилотные, тем более ударные беспилотные платформы. Это то, что произошло. Американцы до сих пор, я открою секрет, американцы до сих пор не могут нам продать ударные беспилотники. Есть у них там партии дронов «Камикадзе» тактических с дальностью там 10, 20, 30 километров. Дроны свои, даже разведывательные, не передают. Не спрашивайте меня, почему. Я не могу на этот вопрос ответить. Слушай, не могу ответить на этот вопрос. Очень интересное было с Сергеем Любарским разговор у Слонимы Мэри. И вот просто, знаешь что... Ну, наводка была, ну, этот сайт, до этого я тоже его, в принципе, видел, но я его как бы подзабыл. Вот смотри, я сейчас просто-напросто покажу по помощи США, угу. Украине, и вот тут такая занятная такая таблица, так, поделиться текущей вкладкой, могу поделиться я, вот так я ее... И делюсь. Вот мы с тобой здесь.
Смотри, видно, хорошо видно? Или я могу на весь экран? Да. Да, я думаю, что в YouTube будет видно. У меня просто маленький экран, но... Я сделаю на весь экран тогда, чтобы это было чтобы это было на весь экран вот так вот. Ну, чтобы не мучиться, что называется. Смотри, то есть я просто прошу прокомментировать тебя вот эту таблицу. Не знаю, ты ее видел или нет. Да, видел различные, скажем так, версии. Но, в принципе, мы же это прожили все. Это же не просто таблица, мы же это все... Ну да. Все как бы, то есть, получилось, вот она, общая помощь, 143 миллиарда, да? 114 миллиардов, да? Это общая помощь с 24 февраля 2022 года по 11 февраля 2024 года, так? Из них получается помощь Украине 80 миллиардов, непосредственно Украине помощь. Да. Это не помощь Украине 33,5. Хотя сюда входит 2,4 миллиарда помощь украинским беженцам, но только в США. Заметь? Да. Из всей помощи Украине, военной помощи, 46 миллиардов всего. Да, и дальше то, там оно разбивается на... И то, что поставлено, получается вообще 19 миллиардов. Так выходит. Да, и тут же очень важно, опять же, многие думают, что вот эти вот миллиарды – это кэш, который возится чемоданами в Киев, а Киев там где-то в супермаркете все это покупает. На самом деле нет. Эти деньги не выходят, как правило, за пределы Соединенных Штатов. Кэш – это вот это, насколько я понимаю, гуманитарная экономическая помощь, 34 миллиарда. Это гуманитарная экономическая помощь. Да, вот там, но опять же, там, то есть все это идет на поддержку финансовой системы Украины, и опять же, это в том числе для того, чтобы Украина могла выплачивать свои другие долги, да, то есть как бы обслуживать долги в том числе и так далее. Это большая помощь. Но она рассчитывается по внутриамериканским ценам. И когда там говорят, вот в Украине коррупция, там что-то воруется. Ребята, ничего в Украину не приходит. Если там и есть коррупция, то это внутриамериканская коррупция. Нет, коррупция, конечно, есть. Но коррупция – это не тот зверь, который жрает это. Просто нет, я обращаю внимание на другое. Спасибо. Потому что это действительно на источнике. Смотри, вчера я, конечно, был поражен. 114 миллиардов помощи, да? И из них 19 миллиардов – это всего вооружение. Ну да, но в принципе… Ну разница, ты понимаешь, это же… дело, но это же видно, получается. Дело видно на поле боя. У нас 31 танк «Абрамс» вместо 3000 танков «Абрамс» или хотя бы 300. Кстати, у нас почему-то 31 танк. Вот он. Это, кстати, очень интересно. Смотри, вот эту таблицу видишь? Да. Вообще в США… 6095 танков. Да. И из них поставлено 31. Это один батальон. Да. Вот у меня вопрос, почему? Почему мы не стали ежиками, товарищ Сова? Вот. Ведь это же просто попросить у американцев. 5296 вертолетов, из них 20 поставлено. Ребята, 20 вертолетов. И я подчеркну, Гела, тут очень важно. Это поставлены вертолеты советского производства. Или российского производства. Нет, которые это были... американцы же поставили. За американские деньги. Но это были вертолеты, например, которые Россия передала Чехии, Чешской Республике, Ми-8, Ми-17, Ми-35, это экспортная версия Ми-24, которые были в распоряжении Чехии. И чехи передали, но оплатили это американцы. Поэтому американских вертолетов, например, там Black Hawk, или Апачи. У нас нету ни одного. То есть вот эти 5296 – это как раз американские вертолеты. Поэтому эта цифра не уменьшилась от того, что нам передали 20 вертолетов. Это из состава вооруженных сил Чешской Республики передали. Идем дальше. Хаймарсы, о которых мы столько говорим, да? 796 и 21, всего 21 Хаймарс. Да. Просто украинцы ими хорошо пользуются, и поэтому они там много значат. Да. Более или менее, ну и то более или менее, что 379, да? И вот здесь мы еще раз вниз пойдем. Вот это что за цифра, вот про которую говорит Любарский? Available 4,2 миллиарда.
Ну, возможно, да. То есть available. Нет, а доступно. Доступно, да. Да. Да, доступно, возможно. То есть это то, что сейчас может дать правительство Соединенных Штатов, выходит, так? Может, но не дает. Опять же, не спрашивайте, это из сферы анекдота. То есть здесь очень тяжело комментировать решение администрации Байдена. Очень тяжело. То есть почему нам F-16 надо было тянуть кота за какие-то места 2 года, а теперь мы... то есть это критически важнейший элемент. Критически важнейший элемент. В результате... Отношения. Вот всего самолетов 49 передано. Всего самолетов. Из них 0 американских. Нет, все-таки 20 вертолетов... 20 вертолетов из США. Видишь? Не знаю. Я не видел ни одного Black Hawk'а у нас. Один был, правда. А это ты знаешь, что... Одну секунду. Нет. Миш, помнишь, было то, что у американцев было советское оружие тоже? И они передали. Ела, насколько я знаю, это в составе Чешской Республики было. Да? В составе вооруженных сил. Они пользовались, то есть чехи это пользовались в Афганистане и так далее, они там провели модернизацию. Ага. То есть Ми-8, Ми-17, Ми-24, Ми-35, которые были переданы из арсенала как раз Чешской Республики. Имеется в виду, что американцы выкупили у чехов и передали. Может быть, вот это. Да, может быть так. Но, кстати, извини, но получается очень интересные пропорции. Смотри, как интересно. Если мы берем то, что поставили американцы, и то, что поставили европейцы, там же кроме европейцев никого же нет других. По оружию, да. Скорее, артиллерия 200, да, у американцев большинство. Но самоходки уже 18 американских и 295 европейских. Да. Европа, немцы, чехи, словаки, поляки, конечно же, передали, Великобритания передали очень много. Американцы, как видно, только вот 18 штук. Почему 18, почему не 180, я не могу понять. Не спрашиваю, вот я не могу этого объяснить. Я тоже не могу понять, но дальше идем. МЛРС знаменитые. 21 американцы, 110 европейцы. Потому что нам передавали еще и немцы, и французы свои варианты. Ну, то есть это те же самые МЛРС, Хаймарс. Хаймарс это американские именно для морской пехоты. А именно МЛРС варианты немецкие, французские, да, нам передавали. И это действительно... И дальше системы ПВО 40... Американцы и 144 европейцы. Европейцы, да, потому что все-таки сюда входят, наверное, гепарды. Это артиллерийские системы. Сюда входят старые хоки. Ну, понятно, сюда может ходить еще НАСАМС и Ирис-Т. САМ-Ти, французско-итальянские. А что касается Соединенных Штатов, это НАСАМС и Патриот в основном. Поэтому... Ну, по ПВО ПРО тут ничего не могу сказать. Хотя, опять же, сколько патриотов Соединенных Штатов, там, опять же, больше 2000. Почему нам нельзя передать, например, 50 штук хотя бы? Я не знаю. Вот я не знаю, почему нам не могут передать все-таки чуть-чуть побольше. Не знаю. Это очень сложно сказать. Поэтому вопрос по поводу сусликов, ежиков, совы, он остается открытым. Будем надеяться. Опять же, вот тут очень интересный процесс. Европу фактически сейчас заставляют проснуться. Европу заставляют заняться своей, как говорят французы, стратегической автономностью. Европу заставляют начать производить вооружение. Я считаю, что это очень полезный процесс. Ведь... Самое интересное, лет так 5-4 года назад в той же Германии был очень интересный феномен, когда проводили соцопросы, кому они больше не доверяют, Путину с Россией или там американцам. Американцам больше не доверяли немцы. Вот немецкие граждане больше не доверяли американцам, чем русским. Можешь себе представить, вот до чего, скажем так, загажено было
информационно-психологическое пространство в Германии, ну, то же самое, в принципе, и в Франции, и в других западноевропейских странах, что они, европейцы, искренне считали, сейчас, я думаю, уже не считают, что вот большим врагом для европейцев является США, потому что США все время лезут куда-то, они пытаются всунуть свою наглую морду и начать рассказывать, как им жить. А теперь вот мне интересно, теперь наконец-то у европейцев есть шанс. Вот эти вот ненавистные американцы, они наконец-то закроются у себя, огородятся забором и от мексиканцев, и от немцев, и от французов, и займутся своими делами. А теперь вот возникает вопрос, а готовы европейцы к этому? А теперь на Мюнхенской конференции по безопасности у всех почему-то было шоковое состояние. Как же так, мы без американцев? Ребята, да, будем без американцев сейчас. И вместе сейчас вот так вот соберемся и вот дойдем до победы. Да, придется немножко напрячься, придется немножко потратиться на вооружение. Вот американцев ненавистных, оборонный бюджет 750-800 миллиардов долларов в год. Вот давайте дойдем до такого уровня, будем тратить такие же деньги. И тогда вот и скажем, насколько нам американцы были ненавистны. Я, например, только за то, чтобы мы в Европе были очень сильными и дали звездюлей этому мангусту. И это было бы круто, на самом деле, если бы американцы отвалились, а мы взяли и собрались. Для Европы это было бы очень полезно. Очень полезно, если бы Европа опять вернулась в такое вот, хищницкое. То есть, ну, есть Европа сейчас травоядная, да, вот такая... Травоядная. Не хотелось бы, наверное, многим, чтобы она становилась плотоядной. Но кто-то доиграется. Дело у тебя этот микрофон. Микрофон вырублен. Кому-то не хотелось, кому-то хотелось бы. Миш, у нас очень мало времени остается. Я задам тебе вопросы, которые у нас есть. Их немного на самом-то деле, но они есть. Чего так в стиле блица отвечать можно будет. Значит, спрашивает наш... Пользователь Ярослав Венцель, наш зритель. Ярослав Венцель, чего ждать от Приднестровья? Можно ли что-то, ну, есть ли опасность, видимо, от обострения в Приднестровье и так далее? Да, это интересный вопрос, особенно на фоне того, что появилось сообщение, что буквально вот в воскресенье будет собрание каких-то, общее собрание депутатов Приднестровья для того, чтобы заявить, обратиться к России, чтобы ее аннексировали, приняли в состав Российской Федерации. Это очень интересное заявление, но практической пользы никакой или практического значения от этого обращения не будет, потому что, ну, вы знаете, на самом деле Приднестровье, оно зажато между двумя странами, Украиной и Молдовой, является территорией оккупированной Россией Республики Молдова, и поэтому любые воззвания, это воззвания к Лиге сексуальных меньшинств, потому что Россия не может уже несколько лет ротацию там проводить, и вооружение доставлять тоже и так далее. Поэтому там 2000 российских войск примерно. Ну, можете себе представить, на украинском фронте сейчас сотни тысяч воюют. Там какие-то 2000 российских войск, которые никогда не воевали и в основном занимались подрывной деятельностью в Одесском регионе. Поэтому, если Молдова с Украиной захотят, Приднестровский вопрос можно решить очень быстро. По-моему, пора брать в плен всех. Все 2000. Да, но смысл в том, что... Да, смысл в том, там еще один аспект интересный, ведь это черная контрабандная дыра. Все эти ребята, приднестровцы, бизнес, контрабандисты и так далее, они зарегистрированы официально в Молдове как юридические лица, потому что когда-то Россия принудила Молдову разрешить регистрировать приднестровский бизнес в Молдове. И поэтому приднестровцы могут спокойно торговать с Европейским Союзом, с Россией, с кем угодно. То есть они формально являются молдавскими компаниями. И поэтому для вот этого, вот этой когорты людей, вот такое развитие событий, какое-то аннексирование эфемерной России, ну никак, никуда, потому что у них основной бизнес был, это Одесса, конечно же. Одесса-мама, Молдова, зарегистрировался там, у них у всех по 5 паспортов. Ну то есть это такой рай контрабандистов. Если сейчас Россия начнет там расшатывать ситуацию, а Украина с Молдовой решат зачистить это место, значит, это все будет решение вопроса. Это просто нарыв этот просто зачистят. Я думаю, все что рано или поздно так и произойдет. Дело. Я думаю, что так и произойдет. Но сейчас, конечно, это не в тему.
Может, на это Россия рассчитывает. Знаешь, там, закрутить какую-то провокацию, а Украина не, с Молдовой не договорятся, что с этим делать, и можно будет как-то покрутить чего-то. Ну, я думаю, что вопрос этот не самый такой сложный для Украины с Молдовой. Да, я тоже так думаю. Туркан Демир, наша зрительница, спрашивает о назначении Юрия Гусева послом в Азербайджане. Он являлся до 23 года главой Укроборонпрома. Означает ли это, что Украина вместе с Азербайджаном начали процесс обоюдного развития оборонной промышленности? Я думаю, что этот процесс шел, идет и будет идти. Я думаю, что действительно, если у Гусева будут планы по развитию взаимовыгодного сотрудничества, то это будет прекрасный курс в развитии украинско-азербайджанской дружбы. И еще один вопрос от нашего зрителя Тофика Мамедова. После Второй мировой войны было создано ООН по инициативе СССР. С развалом СССР должно быть упразднено и ООН, но не произошло. Как вы думаете, будет ли новая такая организация создана по итогам Третьей мировой войны? Или это произойдет раньше? Украина последовательно заявляет о том, это на официальном уровне, что Россия неправомерно находится в Совете Безопасности ООН. И более того, она не является членом ООН. Потому что есть такой парадокс. Вы не найдете нигде никаких документов о приеме российской такой страны под названием Российская Федерация в состав ООН. Россия тогда, пользуясь случаем и пользуясь мягкостью партнеров, таких как вот Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, тем, что они думали величайшим достижением развал Советского Союза, они просто взяли и подарили без какого-либо формального как бы юридического оформления кресло и поменяли табличку. И поэтому реформировать ООН нужно. Возможно, нужно создавать новую организацию. Но проблема в том, что страна-агрессор превратила Совет Безопасности в Совет Небезопасности, Совет Агрессии фактически. То есть Россия через этот совет проводит свою агрессивную политику. К сожалению, есть такая страна, как Китай, которой выгодно находиться в этом, в составе этого совета. И не хотелось бы расширять состав, потому что и Соединенные Штаты, и много стран на самом деле, та же Индия, например, заявляет о том, что она имеет право находиться в... Германия, почему? Япония. Конечно, есть Европейский Союз как организация с функционалом надгосударственным тоже. Почему нет таких важнейших игроков, которые сейчас есть на планете Земля, они не участвуют в этом? А те страны, которые во Второй мировой войне победили, управляют миром. Причем с этим... Китай и Франция победили во Второй мировой войне. Ну, хорошо. Да. Ну, да, хорошо. Ну, они как бы пострадали, там, не знаю. Тем более, что Китай, ты знаешь, вместо Тайваня туда зашел. Ну, да. В результате рокировочки такой. Поэтому, да, реформировать нужно. Реформировать очень многие, кто хотел бы. Я думаю, что это произойдет после, опять же, победы над Россией. То есть вот, опять же, мы возвращаемся к той стратегическому значению, то, что происходит сейчас. Если получится Россию агрессивную, имперскую победить, запустить какой-то процесс трансформации, даже если она начнет превращаться в прекрасную Россию будущего, я думаю, что возникнет шанс в этой ситуации по реальному реформированию ООН, и это приведет к перезагрузке международных отношений. К сожалению, на данный момент международных отношений, то есть формат международных отношений в кризисе, и международное право сейчас в страшном кризисе. Международного права фактически не существует. Кто сильный, тот и прав. Это такие новые средние века с искусственным интеллектом. И, к сожалению, чем дальше, тем хуже. Но я думаю, что добро победит, и Мангусту наступит звездец, и в результате этого, кстати, будет проведено реформирование ООН. Намного спокойнее станет на планете. Обязательно. Миш, я знаю, что ты сейчас пишешь на очередной буржуинский канал от нас, но не смею тебя больше задерживать, просто к сведению наших зрителей. Да, США выделило гораздо больше помощи Украине, чем Европейский Союз, по цифрам. Но если мы возьмем чисто поштучное вооружение, вот сейчас мы посмотрели,
получается, что чуть ли не в 5 раз больше было поставлено из Европы, нежели из Соединенных Штатов. Это так, к слову. А мангусту обязательно придет звездец. Верим в ЗСУ и слава Украине. Героям слава.